чувством, с толком, с расстановкой и обязательно с баяном выступают хоры ветеранов Новокузнецка. В этом году участвуют в фестивале 13 коллективов. Большая часть из них имеет высокое и почетное звание народных. Состав участников фестиваля по большей части такой же традиционный, как и сам конкурс. Ветеранские хоры встречаются уже в 22-й раз. Каждый год неизменно на сцену выходит вокальная группа «Надежда». В их репертуаре песни о судьбе, о любви и, конечно, о войне. Много лет вокалисты работают вместе, и без хора песню и жизнь не представляют. Когда вот в хоре песня-то, она, посмотрите, какая она раздольная, как она звучит-то. От первого слышно и до последнего слыхать. Творчество каждого выступающего оценивают слушатели. Фаворитов у зрительного зала нет. Аплодисменты зависят от исполненной песни. Пусть они и не такие популярные, как хит бурановских бабушек, но нашим вокалистам на Евровидение не ехать. Строго выступающих жюри судить не будут. На этом фестивале никогда не бывает проигравших, потому что все, кто получают возможность выступить на этой сцене, это уже значит, что люди выиграли. Надежда Сосновская, Анатолий Лучшев, новости ТВН.